Время рассказать вам историю про моего друга Азамата. Так вот мой приказ. Завтра ты полетишь в Алма-Ату. Только не опозорьте там меня. Толик? Толик Пирьян меня зовут. Грузины в Казахстане. Брюнин люля? Брюнин кебаб засаем. Я встретил тебя. Я красивая? Конечно, ты красивая. Не переживай, найдем мы невесту. Она? Раньше был он. О, куда я сахтался? Оплата наличными. Перевод можно? Так это вы, наши дорогие гости из Грузии. Как же она прекрасна. Да, девушка красивая. Я про лошадь. За своего свата! По-нашему, куда? Сюда! Сюда. Да, это любовь, да? Это будет больше, чем любовь. Я хочу, чтобы наши внуки были отважными, как казахи. И то в лесную, как грузины. Мой брат.